выключил. Вот. Да, она взяла и выключила. Да. Да. Все, я на рацию на смог. Ну да. Просто задача пару шагов пробираться и так. Ничего сложного, что-то. Тогда для меня это было сложно. Смотри, Вань, что с ветром. Ну давай переждем сейчас. Боковой нормально, выпускай, поехали. Тандем готов с Иваном. Пошел, пошел, ветер боковой. 30 секунд. Надо заранее предупреждать. Ты руку держи на тормозе, чуть-чуть притормозил. Команда, давайте. Пошел. Тандем готов, Иван, пошел, пошел. Тебя плохо очень слышно, погромче говори. Шаг вправо. Тандем готов, Иван, пошел, пошел. Все, садись. Смотри, он по сторонам. Не, правда, я тогда вообще даже что-то как-то нет. Ну там залив, блядь, за спиной. Блин, классно. Да, я думаю, мне нужно было это второй раз. Конечно. Я принял. На посадочке все то же самое, просто пробежать.
Ну хоть не в яму. Ну нормально. А что тебя так плохо слышно? Вот Ивана хорошо слышно. У тебя где рация находится? Я боюсь, у меня с антенкой проблема какая-то. Да нет, сигнал-то хороший идет. Просто сила звука слабая. Так. Ты не в рацию говоришь, а как-то...